Великое имя «Учитель». Под таким названием прошло еще одно торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику всех, кто трудится на педагогической ниве. На мероприятии с участием педагогов, специалистов в сфере образования отметили заслуги тех, кто ежедневно щедро делится своими знаниями с детьми, опытом с молодыми коллегами. Аким города Абат Шыныбеков тепло поздравил всю педагогическую общественность города с Днем Учителя. В рамках мероприятия победители конкурса «Почетный педагог» были отмечены специальными значками, а также получили денежные призы. Учитель – это в действительности призвание, которое не каждому дано, потому что всю жизнь вы посвятили эту трудную работу, профессию. В первую очередь вы свое призвание направляете, свою любовь в первую очередь направляйте нашим детям. А эти дети – будущее нашего государства, нашей страны. Поэтому, однажды выбрав профессию учителя, вы навеки остаетесь этим. И мы этим гордимся. Мы это почитаем. Гульнара Шуланбаева 29 из 30 лет независимости Казахстана трудится в школе. Работа непростая, но видеть успехи своих учеников – самая большая награда. В рамках прошедшего конкурса она получила главный приз. За годы работы учитель выпустила в свою жизнь много учеников, которые состоялись и являются ее большой гордостью. Я проработала в разных школах. Ну и за время работы я огромную внимание, роль все-таки уделяла работе с одаренными детьми. Вот. И за свои 29 лет я подготовила трех олимпиадников республиканского значения. И в этом году одна ученица школы-лицея номер 38 Хаджимагазиева Альбина заняла первое место по русскому языку и литературе. Во время торжественного собрания отметили и ветеранов образования, которые посвятили школе воспитанию подрастающего поколения всю свою жизнь. В честь праздника для собравшихся подготовили небольшую концертную программу. Екатерина Шмидт, Тарас Кажимов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.